Взрыв в ночном клубе в Сумах. Мужчина в балаклаве забежал в помещение и бросил гранату прямо в людей. В результате взрыва пострадали 9 человек. Все подробности в следующем материале. Все произошло утром около 6 часов. Неизвестный мужчина, скрывая лицо под балаклавой, забежал в клуб и швырнул гранату в людей, охранников и нескольких посетителей ночного заведения. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в зоне фейс-контроля на входе в зал клуба. Попередньо це замах на вбивство, опір працівнику поліції, зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і хуліганство з застосуванням теж предмету для завдання тілесних ушкоджень. На место прибыли 5 карет скорой помощи. Пострадали 9 человек в возрасте от 18 до 34 лет. У них рваные раны. Находятся пострадавшие в хирургическом, торакальном и сосудистом отделениях областной больницы. Пациенты, те, которые находятся у нас в лекарне, находятся в стане ближе до задовольного, один ближе до средней важкости, зависит от себе характера травмы. У хворых множинные осколковые поранения, верхних, нижніх кінцівок, також тулуба, черевної стінки, обличчя. Всім надана допомога. Осколки видалені, які ще на етапі видалення. Всі пострадавшие в шоковом состоянии. Самый тяжелый пациент с травмой глаза. Его уже прооперировали. Нападавшего удалось задержать почти сразу. Это 28-летний житель Сум. До избрания меры пресечения мужчина будет находиться в СИЗО. Пока свою вину он не признает, предварительно известно, что накануне взрыва этот человек приходил в заведение, но его не пропустили. Если вину задержанного докажут, ему грозит до 15 лет за решеткой. Магда Кривяс, Олеся Боровик, Юлия Настенко. Подробности телеканал Интер. Сумы.